Сегодня мороз небольшой, 15, где-то 20, но ветер тоже где-то около 15, и поэтому на рыбалку сегодня не поехали. Чем нам еще заниматься? Будем рыбу коптить. С этими морозами даже где коптилка, он все позадуло. Сейчас будем чистить от снега, дымогенератор почистим. Будем рыбу коптить при температуре 15-25 градусов. Вот термометр стоит в коптилке сейчас 12,5. Вот у меня дверь с коптилки, куда у меня дым вытягивает. Сейчас откроем, посмотрим. Хопа! Здравствуйте! Холодильник! Дверь полностью запечатал. Там нигде даже ничего не видно. Надо откопать маленько, чтобы можно было дыму выходить на улицу. Горбуша у нас с хариусом подвялилась. Ленок не провяливается, он так и будет такой же, потому что он очень жирный. Все, вешаем в коптилку. В коптилке чуток подогрелось. 900 грамм. У меня щипы уходит на все копчение. По времени. Где-то примерно 4. Нет, побольше, скорее всего. Побольше даже. Не 4. Так вот мы его сделаем. Самое главное ее прокоптить. Ну, то есть не чтобы стекали все масла, а именно хорошо прокоптить просто. И она будет у нас прям шикарная на вкус и без, ну, без масел вот этих, которые обычно в коптилке. Вот, то есть у меня на дымогенераторе стоит отстойник, и все масла уходят туда, вредные, которые. Внизу плитка стоит, вот здесь, что под ящиком у меня стоит плитка. И она не дает перегреваться рыбе. Ни в коем случае. То есть плитку отрубает. А больше ничего, в принципе, и не надо. Главное, чтобы она не перегрелась, рыба. Она будет очень вкусная, нежная. И именно холодного копчения. Головы с хвостами потом обрежем все это. Просто делаю, чтобы удобнее было вялить ее. Вешать. Вялить, да коптить. Все, коптилку закрываем. Сейчас 2 градуса. Так, сейчас покажу щипа. Кому интересно, фракция вот такая. Вот, то есть не крупная, где-то 5-7 миллиметров. Все это. Засыпаем в дымогенератор. Вот здесь где-то 900 грамм щипы. Это как раз на 5-6 раз часов работы дымогенератора. Опять же, все зависит. У меня дымогенератор с компрессором. А за место крышки вот так вот раз. И чурбачок. Все. Сейчас мы ее поджигаем. Кто-то зажигалками мучается. Я с этим не заморачиваюсь. Это и разжег, и все. Все. Разожгли. Сейчас я просто для того, чтобы видно было.
чтобы вы видели, задымленность какая. Вот все, дым пошел. Это только он разжигается. Только. Сейчас разожгется и все пойдет здесь. Здесь все будет в дыму. Ну а все, как закрывали. Было 2 градуса, вот уже 10. То есть все, теперь ждем, пока прогорит щепа в дымогенераторе. Вот там хорошо видно, что она горит. Прям так очень хорошо вот так видно, что здесь, что здесь. Все, и будет готовый результат. Все, ребят, кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь, продвигаем канал, будет очень много интересного по копчению, по засолке и по рыбалке на Сахалине. Всем спасибо.